Александр, да. Скажите, что такое счастье? Ну, это моменты, которые тебе приносят радость. Это счастье. Вспышки радости. Моменты, да. Сейчас мы покажем нашу вспышку сегодняшнюю. Я стал сегодняшнюю вспышку. Итак, мы проведем два. Потом нас опять ожидает дорога. Наш отпуск. Как-то так. Да еще заплачь. Но в Москве тоже клево мы проводим время. В Москве, да. Тоже хорошо проводим время. Но как-то нам будет не хватать этих волн, этих мух. Водорослей, камней, голой гальки. Как замечательно полежать на голой гальке. Тебе нравится полежать на голой гальке? Ай! Мне. Подписываемся, друзья.